Взвесив за и против, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов принял решение на один год освободить родителей от покупки школьной формы. Достаточно старой доброй классики – белый верх, темный низ. В преддверии начала нового учебного года актуальным становится вопрос о школьной форме. До пандемии ношение школьной формы было обязательным. Но в прошлом году, учитывая все обстоятельства, мы приняли решение, позволяющее школьникам приходить в школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля. Главный учитель страны объективно оценил семейный бюджет казахстанцев, особенно в тех семьях, где растет не один школьник. При этом сам Аймагамбетов, как родитель и как министр образования и науки, является сторонником школьной формы.